27 предпринимателей региона получили знак отличия «Тюменская марка». За это звание боролись более 300 предприятий. Они представили свои товары в 9 номинациях – от строительных до бытовых услуг. Екатерина Кальченко побывала на производстве одного из победителей. Это награда в конкурсе «Тюменская марка», в юбилейном конкурсе. Это наша первая награда. Мы, если честно, были очень удивлены. Еще вчера сотрудники вышивальной фабрики не знали, что народное жюри признает их компанию одной из лучших в регионе. Качество услуг проверяли 240 экспертов. Идея с народными экспертами – это просто вот на ура. Люди пришли, абсолютно не знающие, что такое вышивка. Они попробовали себя в этом деле. То есть они непосредственно стали операторами машинной вышивки. Отзывы для нас, их отзывы – это просто благодарность большая. История вышивальной фабрики началась 8 лет назад. Сначала делали сувениры, теперь больше вышивают на изделиях. В 2016 году увеличили мощность, закупили вышивальные машины. Делают шевроны на одежде для больших компаний. Украшают полотенца, кофты и халаты. Кстати, последние у них заказывают даже звезды. Полин Гагарина, Баста. И очень много таких известных людей. В этом году «Тюменская марка» прошла в 15-й раз. Собрала максимальное количество участников. В конкурсе соревновались 100 предпринимателей малого и среднего бизнеса. Большинство за звание победителей боролись впервые. «Тюменская марка» – это прежде всего возможность рассказать о себе более широкой аудитории. Показали наше производство народным экспертам. И, насколько я понял, наше производство понравилось. Цех у нас как раз был загружен Новым годом, то есть новогодними вот этими шарами. Малое и среднее предпринимательство помогает поддерживать в регионе экономическую стабильность. Такой бизнес дает дополнительные рабочие места и налоги. У нас более 47 тысяч сегодня, вот если говорить таким языком, субъектов малого и среднего предпринимательства. Конечно, этот слой развит, и он активно и динамично развивается. И на самом деле именно эти люди во многом делают наш город лучше. 27 победителей в подарок получили профессиональный фильм о своей компании и возможность 3 года использовать знак отличия в своей рекламе. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, Владимир Кондратьев. Тюменское время.